Тут целое дело оказалось взлететь. Так, для начала увеличиваем тягу. Увеличили, все, покатился. Дело в том, что там было написано плюсиком увеличивать, но вот каким плюсиком, оказалось, что плюсиком большим справа, а не тем плюсиком, что у Интера. Мы начинаем разгоняться. Там еще двигатели можно запускать по одному, не спеша. Так, 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 а что это за нахуй там? Ой, бля. А мне что, пиздец? А я хочу лететь. А что случилось? Непонятно. Ну все, короче, не получилось, придется еще раз. Споткнулся об что-то. Так. Как бы тут взорваться, чтобы, так сказать, все закончилось. Давай, давай, взрывайся быстрее уже. Ты взрываться будешь, не будешь, дурачок? Ну вот и все. Попытка номер два. Так, что у нас там? Вот, на максимум. Второй там ведомый, или кто он там? Графика, конечно, существенно хуже, чем во всяких Wings of Prey и так далее. Особенно она убожеская в плане окружения. Земля и все такое. Сам самолетик еще более-менее. А вот окружение, фигня. Убираем шасси. Тормоза адские. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, ты куда ты? Да ёб ты мать твою. В общем, игра конкретно надо мной издевается. Собака. Ничего, вроде взлетели. Да. Полетели вверх. Опа. Предупреждение. Предельные углы атаки. Сейчас валимся нахрен, да и все. Бочечку сделаем. Ракет-то сколько, а? А 10 нахрен. К слову говоря, управляется эта штука не намного проще, чем какой-нибудь в 17-м году, это, как он там называется, предыдущий симулятор, «Война в небе». Так, если мы внутри и нарушаем предельные углы атаки, то он так трясется прикольно. Предупреждения идут всякие разные. Ух, неплохо все-таки, а? Не Wings of Prey, конечно. И не война в небе, но тем не менее. Опять заваливается. Вот это хреново, что он заваливается. В других играх автоматически как-то выравнивается. А тут хрен. Ух ты, второй то же самое делает. Вот дебил. Или это тень моя? Так, 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 так. А куда это я? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, не надо, я не хочу падать. Не хочу. Опа, и не упал, надо же.
прикольно. Скорость всего лишь 420 в час. Так, 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 так. Что у нас там? Рут на максимум, на максимум. Да хватит, задолбал ты уже. Сейчас посмотрим, до скольки сможем разогнаться. Эй, 450 и уже все практически. Не, конечно, разгоняется, но медленный нахрен. Наша служба и опасна, и трудна. Погнали набирать высоту. Километр. Полтора практически. А скорость-то падает. Скоро я остановлюсь. Где знать, что будет. О, 100 в час всего лишь лечу. Похоже, я сейчас буду падать. А-а-а! Я падаю, наверное. Я так подозреваю. Штопор, штопор пошел, да? Штопор пошел. Не, еще не штопор. Ох ты, ух ты! Скорость как разгоняется, так бы сразу. Ну-ка, что, выйду? 550 практически развил. А это у нас уже Су-33. Моща, истребитель или кто он там, штурмовик. Вот такой вот он. Как видим, график тут позорная. Тут океан. Вообще стрёмно выглядит. Огонь из сопел выглядит крайне стрёмно. Это какая-то статическая картинка. Так, что у нас? Скорость 900. Высота 4 километра. Сейчас будем падать. Отрубаем полностью движок. И фактически движемся по инерции. Кобра! Так, скорость всего лишь 130 в час у нас. Ой, тупо падаем просто. Просто тупо падаем. Где земля-то? Вот у летчиков вечно проблема. Где земля? Действительно непонятно, где земля. Так, земля у нас где-то там. Так. Выпрямляем. И что мы имеем? Три километра высота, скорость 500. Врубаем форсаж. Ой. Не, вообще некрасиво, честно говоря, совершенно. Я думаю, это какая-то современная, блин, игра. Ой, бля, я еще не навернусь. А тут графика, в общем-то, достаточно позорная. Предельная, блин, перегрузка, нахрен. Смотреть даже не на что.